Все, твой хрен теперь мой. Я сейчас сдохну. Ты умер? Да! Серьезно? Меня Степашка завалил. Офигеть, сдох от маленького зайчика. Никому, блин, не рассказывайте про это. Привет. Сегодня мы продолжим выживать в Palworld. Поймаем самых больших палов. Отстроим новую базу. Будет интересно. Приятного просмотра. Не забудь про подписку на канал. Ну, а если захочешь третью часть по Palworld, пиши об этом в комментариях и не забудь про подписку на канал. Начинаем. Недавно наткнулся на крутую игру, в которую можно играть с компьютера и телефона. Это Hustle Online. Бесплатная онлайн-игра с открытым миром от третьего лица. Как и говорил ранее, в нее можно играть с компьютера и телефона, с живым общением и дружелюбными игроками. Здесь ты сможешь влиять на жизнь людей, стать депутатом или мэром, принимать важные решения. Хочешь больше экшена и веселья? Тогда становись на криминальный путь. Мути грязные делишки. Для этого в Hustle Online есть все необходимое. Кстати, у меня для вас есть промокод Quantum. Активируй его на 15-м сервере и получай крутые бонусы при старте. Скачивай Hustle Online по ссылке прямо сейчас, вводи промокод из описания и будь самым крутым на районе. Погнали покемонов новых смотреть. Погнали в данж. А что там делать? Пройдем миссию. Так мне интересно. Там, скорее всего, какой-то дадут технологию человеческую, которую мы искали. Ну ладно, погнали. Еман, заходите скорее. Вы зашли? А я не могу. Я тоже не могу. Да какая-то анимешница драться со мной хочет. В бою участвуют другие игроки. Что это для одного бой? Блин, лучше бы я пошел смотреть на территории красивые. Идите сюда! Мы не можем. Это какой-то огромный желтый Пикачу. Да иди ты нафиг! А ты обратно уйти не можешь? Не знаю, не могу я вообще никуда пройти. Тут какая-то Пикачу охреневший какой-то. Жирный. Я же говорил, не надо туда идти. Да ладно! Отстань от меня! Да отстань! У меня же сдохли все мои покемоны. Серьезно? Ты всех убил? Нет, все мои сдохли. Жесткий покемон. Там огромный желтый Пикачу долбанный. Я сейчас сдохну и просру свои вещи. Красиво. Чеми ее нафиг. У нее 30 тысяч жизней этого покемона. Ребят, понимаете? За жесть. Миша, твоя очередь следующий мыть сюда, понял? Прошел? Нет. Ты вышел? Нет, сейчас сдохну. Наверное. Ты там крепись, да? За тебя болеем. Да? Да? Вы там с волками развлекаете? Да, нет. Вот и все. Все, умер? Да, еще у меня половина хп осталось. Ну а нафиг! Что, по тебе всадили? Все, первая победа над боссом. Серьезно? Я ушатал, победил? Да. Победил? Там еще надо. И где технологии древней цивилизации? Ничего не дали тебе? Ничего не дали. Вообще уровень даже не подняли. Все, давайте ломать лица. Фига он отлетел. Раунд прыгает. Ты куда, дядя? Должен быть босс 13 уровня. Что, я не убиваю, я хочу фламицина поймать. Сколько процентов было? Поймал. Слушай, а браконьеров может тоже можно поймать? Да, можно. Погоди, не убивай. Все, нет браконьера. Нет, браконьеры не ловятся. Стой. Фига их поналовили. Будто главный, да, сундук? Возможно, да. Чё? Знаешь, что в нем хлеб был? И маленькая душа пала. Это мы куда пришли? Видимо, сейчас будет... Тут тот покемон, про которого ты говорил, Данил, или нет? Че, мочим Фудлера? А, он и есть 13 уровня. Ну все, мочим, значит. Только не убивайте меня, зеленая сфера, с которой поймает. Я ни при чем, что ты в меня-то шмаляешь? Так, я зеленую сферу подготовил. Давай. Стой, не стреляй, не стреляй. Я маленького поймал. Маленько я поймал. Огромного поймал. Поймал? Да. Какой у тебя левел? 12-й. Это я кину. Рубин нашел один. Че, рубин? Выходим? Да. Все, я пошел, Акера, пойдем гулять дальше. Бандиты мамонта расстреливают. Шанс поимки мамонта 0. Высокий шанс. Ага. Я просто пробегал рядом, мамонт топнул, у меня чуть палму не сдох. Там покемон девочка какая-то. Он я тут какой-то наловив. Он заготавливает лес, написано, но... Тогда нам такое нужно! Трындец, утконосы злые, если их обижать. А что ты говоришь, что кошка бесполезна? Она он добывает, таскает. Она офигенная, кошка самая офигенная. И строит. У нее все в одном. Там что-то другое бесполезное. Так, готовься быть пойманным. Он спать просто лег и все. Он дрался со мной, просто уснул. Я кот золотого утконоса поймал. Пацаны. Нам динозавр нужен? Динозавра поймал. Ну, сейчас попытаюсь. Фига у меня птичка его уносит нафиг. 60%, поймайся по-братски. Да, я поймал дракона. Кайф, неси его сюда. О, сундук. Серебряный ключ, пошел нафиг. О, Степашки.
Едрить, Степашка, ты чё? Чё там у тебя? Да тут Степашки маленькие, розовые, офигевшие. Все, твой хрен теперь мой. Я сейчас сдохну. Ты умер? Да! Серьезно? Меня Степашка завалил. Офигеть, сдох от маленького зайчика. Никому, блин, не рассказывайте про это. Да, не, я походу попал. Я попал. Ты сдох? Нет, я не сдох. Сдох. Ну, пожалуйста, нет. О, ты рядом со мной почти я был. Я уйду. Пожалуйста, не трогай меня, ради бога. Пожалуйста, не надо. Ты хотел добыть кого-то, а добыли тебя по итогу? Да, сейчас меня добудут. Я тебя не трогал вообще-то. Сука. Еще кошака еще по... Кот, ты с деревом дерешься? Ты нормально вообще? Фига на пулемет! Фига она накидывает по динозавру. Поймаю, нет? Не поймал. А, поймал, походу. Поймал динозаврика, сюда. Да блин, я еще и покебол просрал, и стрелы просрал. Не знаю, тут за жесть. Я еще попробую к тебе прийти. Давай. Мы тут браконьеры 20 уровня. Я сейчас и стрелы на них потрачу. Они вообще... Кто-то из стиль боя у чувака. Интересно, да, я тоже такой. Гранаты, вот ты мне угрожаешь? Ты мне не угрожаешь. О, я сейчас какого-то плавуна. Я хочу свипу. Что горит здесь? А, они убили его. Они убили мне женщину эту мощную. Йогон взорвался. Я не понимаю, ты кевларовую броню квантовую нацепил на себя. Откуда у тебя так много хп? Это, скорее всего, ты не тот, в который я зашел. Ты! Че? Да я хрена убил почти, он под текстуры, он ульту юзает. Туда этих мышей, правильно. Я какого-то плавуна сейчас освобожу огромного. У нас новый пал офигенный. Я нашел еще один аванпост. Зайчик в клетке сидит, но я зайчика уже... Зайчик у меня есть, один из них меня вообще убил. О, пока не отвлечены, давай я его освобожу. До свидания. За динозавра забираю, ухожу. А, Кира, смотри, я кого нашел. Где, как? 45 уровень. Это тот самый Йормунтайт. Какой шанс, что я его поймаю вообще? Если я его ушатаю, насколько я пожалею об этом? И как быстро? 40-й уровень? Да, у меня просто ноль шанса даже зеленой колбой на поимку его. Ты сразу, кажется, пожалеешь. Не, я не буду его трогать. До свидания, да, пошел домой. Все, киска, погнали. Погнали. Миша, ты дурной. Киска, ты че нафиг? Ты вредная. Ладно. Ты решил не продолжать? Она не хочет железо добить. Фига, руда железная весит, вы чё? Сколько весит? Много очень. Якера, приди, помоги с рудой. Тащи. Бесполезный ты кошак. А, все, пи***. Ты уже ходить не можешь. Погоди, как их заставить ходить сюда, таскать руду отсюда, Миш? Это руда была? Это железная руда, да. Она весит вообще бесконечно много. Всё, я пошел. О, да, нормально, поделили по-братски чисто. Смотри, кто выпал. Где? Вот, на улицу выкинул. Это кто, блин? Мараид. На ней, наверное, кататься можно, Дань. И летать, наверное, тоже можно. Да. Огненный выстрел, оседлать ее можно. О, давай. Блядь, я яйцо ставлю, ребят, пожалуйста, не забирайте его. Окей. А кто мое яйцо забрал? Я. Ну все, по-честному, ты забрал его, он забрал твое. Он мое забрал яйцо. Че вылупилось ты? Да вы офигели. В два ствола. Разбирать меня. Попался? Да в смысле ты не попался? Нет. Все, я поймал эту штуку. Поймал? Он меня сковал, что это такое? Я какого-то босса нашел, я тебя не трогал, я не хочу с тобой драться. Че, пошли получаешь? Акера, тут есть чертеж об отказ с длинными ушами. Он его нашел. У меня вот она. Ободок с длинными ушами. С кошачьими, найдите с кошачьими. Я хочу такие. Да меня убьют сейчас. Я просто пришел сюда. Или седрон какой-то, блин. Мифедрон? Не знаю. Чуть зелень не выгреб. 30 уровень у него. Ну как мне вообще его? Я нашел офигенное место, но сюда нужно выгнать пацана, пацаны. Я же полчаса стою на скале и стреляю в кого-то зеленого ушлепка, который руки в боке. Почему красавица? Поймалась. Что ты поймал? Не знаю, какую-то штуку, руки в боки и пошел. Я, короче, ой, Миха! Я притащил такую штуку, которая может все. Ты давай строй термоконтейнер. Сейчас, почти заменю кого-то. Оно спать сразу легло. Такого же кита, как я принес. Вот кого принес, видишь? Зеленый сидит, слитки. Что может? Ну, вот я говорю, он вообще много чего может. Вот эта вот херня, она на меня нападала, она капец мне дэмэджа наносила. Она трындец просто, говорю, еле убил ее. Хочу посмотреть, как он выглядит. Вот этот, который руки в боки и пошел. Он может вообще все. Ты помести его. Его дома оставить? Ну, я думал его взять с собой в драку, ну ладно, ставлю дома.
Угу. Че, вылупился? Какой пал? Что это за фигня? Покажись. Что это такое за... Что это такое, б***? Ты кто нафиг? А у меня такое же яйцо. Сейчас у меня такое же... Что такое? Сбор, транспортировка второго уровня. Фига, она рукастая, мощная штука. Я, помнишь, предлагал тебе пустыню? Жить. Мы тут тоже жить не будем, потому что на всех плато, видимо, живут боссы. Здесь Анубис 47 уровня. Ай, ебать. Что за сраная черепаха? Кто кого? Черепаха огромная или крокодинозавр? Крокодинозавр? Крокозавр. Черепаха превращается в спиннер. Она закручивается и превращается в спиннер. И летит на тебя неконтролируемым полетом. Нормально. Киска, дери его. Киска, не говном кидайся, дери его. Туда его, киска, давай. Ты что, его убил, кот? Какой нафиг отбитый кошак? Я эту черепаху пытался добыть, кот ее убил. Берите кота, кот вообще просто выносит в бою. А какой кот? Розовый? Розовый маленький. Го, не халява. А, не халява. Насколько халявная халява? Браконьером. Еще кошака белого принес какого-то. Я вот этого принес. Кочонок! Че, работники есть хорошие среди них? Сейчас гляну. Еще такая фигня есть. Ага, петух! Это попугай. Смотри, Миха. Иди сюда, иди сюда. Смотри. Я на Найтвинге летаю. Я могу им атаковать. И долго ты можешь летать на нем? Бесконечно. Ух ты, блин, он еще стрелять может. Я пошел кому-нибудь что-нибудь сделаю, найду кого-нибудь. Не, птица моментально теряет силу, Миша. Она когда дохлая. Особо не полетаешь, типа? Да, она вообще устает моментально, оказывается. Вот я только поднялся на высоту, начал летать. И все, она же у меня устала. Я не понимаю, почему все агрицы стали. Я что вам сделал? Я просто проходил мимо. Хреновые вы динозавры. На, Найтвинга, блин, поешь. Ага, испугался. Все, воткнул. Так, туда же хочешь? Все, раскидали. Что с ними? You spin me right now, baby. Они просто по кругу вращаются. Тут, короче, какой-то ринг круговой. Ты был в таких уже рингах? Войти в подземелье. А, такой... Ой, блин, тут дракоша миленький. Привет, Флекси. Я тебя бить не буду, а ты меня, походу, будешь, когда увидишь. Давай, кошак, работаем. На нафиг табло. Он еще уклоняется. Он огнем пышет в меня. Походу, фиг я его ушатаю. Кот мелкий такой ходит, вообще ему пофигу. Тупо на коте быдло. Да не агрись на меня, я всего-то поймаю навсего. Я ничего вообще не вижу. Где кошак? На кошака. Чуть не погиб нафиг. Погиб! А на кошаку? Нет, я погиб. Кошак живой. Если вот от нас 23 уровень, я заберу тебя, Флекси. Я сейчас вернусь. Он себе хп откатил, долбанный ты, Флокси. Слышишь? Да. Вот этот долбанный дракон. Капец ты. У меня тут черепаха тупо спиннер вообще такие вещи мутит. Она тупо как спиннер вращается в дракона, пока он на меня агрится, и все. У нас тимплей вообще офигенный. Черепахе вообще пофигу, он черепахе урона никакого не нанес. У меня черепаха мощнее дракона. Да, это жестко. Да блин! Я ему оставил совсем немножко хп. Черепаха, добивай его, короче. Теперь довольный сидит, улыбается. Я сейчас вернусь, что ты улыбишься. Нет меня здесь? И черепахи моей тоже, походу, нет. Да пошел он нафиг, этот дракон. Я пришел. Давай хоть твоего босса нагнем. Воу! Стой, дай я посмотрю, чем я поймать его вообще могу. Какие сферы? Какого у него? 17 уровень. А, ну я в целом могу его поймать. Ты что, его уже атакуешь? Чисто весь урон на себя принимает. Трындец, мы в воде не горим. Да я не попадаю в него. Да попадай, пожалуйста. Да его альпака увозит куда-то. То есть урон на меня идет. Я бью по нему. Сейчас в момент отзываю своих, этих, блин, покемонов, палов. Отзывай. Отозвал. Кинул другого. Что за жесть? Все? Я поймал его, да. Что так? Акера, смотри, кого мы поймали. Кого? Сейчас офигеешь. Ебать! Что он умеет делать? Это что такое? Сейчас гляну, что он умеет. Поливать третьего уровня. И все? Да. Он здоровый какой. Ебать, огромный. Фига себе! Он урона ему наносит. Что ты думал? Будет тебе легко?
Угон мою дракошу жжет. Обтекаешь, да, теперь? Обтекай, правильно. Вот так. Скоростной арбалет-то какой-то. Что, горишь, ушлепа? Гори! Ой, кислотой плюет, только не огонь, только не загорел. Сейчас меня чпокнут, блядь. Да мой дракон лучше тебя, смотри, моя змеюка водная, что творит. Не, слушай, ну с такими помогаторами, конечно, удобно вообще их щемить. Тогда... Да нет, ты просто видел бы, кто у меня тут огромный белый дракон. Не-не-не, нифига. Нет. Не сожги его. Да как он сдох? Ты что, дурак? Я его поймать должен был. Его подожгли, походу. Он пока горел, он сдох. Бля, я в ахере с них. Минус огромный дракон. Спасибо. Я пошел драться с огромным челом, у которого есть миниган. Чего? Да там какой-то хрен с миниганом бегает. Погоди, у тебя какой уровень, что ты пошел туда? Не знаю, там браконьеры 21 уровня. Говорят, что их можно ловить. О, он реально в покебол ловится, прикинь. Ты поймал его? Сейчас поймаю. Шанс 8%. Бля. Сейчас все покеболы потрачу нафиг на него. Нет. Ты будешь моим. Блять, одежду починить надо. Все починить надо, 35. Боже мой. Он сдох. Я просрал золотой покебол нахрена 21 уровня. Какая тупость. Я какого-то огромного дракона нашел. Брончери. Так, как бы тебя не убить только. 49-50. Че, не поймается, да, сейчас? Все, брончери у нас есть. А мамонты напали. А, они между собой дерутся. Мамонты, это очень страшно. Вот тут были бы просто железные месторождения много. Было просто шикарно. Я сейчас попробую пользоваться моментом и убить. Ванвир мастырил. Погнали босса щемить. Войти в подземелье. Это кто? Я этого босса буду щемить. Что это такое? Это не арбалет. Буси? Ой, он телепортируется. Буся, ты чё? Давай, гаси Бусю, я подожду. 3 урона наношу. Сделай себе арбаль. А он поможет, думаешь? Ну, мне не помог. Буся какая-то офигевшая. Гатам ему дракон урона наносит. Он выгребает его 5 число. Урон наносит? Сильный урон наносит? Да он вообще выносит его нафиг. Дракон чё, обиделся? Так, сейчас обижусь я нафиг. Гаси. Я сдох опять, блин. Ты опять умер? О, место, где есть железная руда, где в целом есть железо, но здесь и будет наша база. Ты уверен? Серьезно? Там базу нашел? За последствия вывезешь? Я не попал. Фига его унесло! Капец, мне птица раскидывает вообще всех. Почему я с нее не дрался-то? Все, короче, у нас новая база есть. Все, я ставлю точку, где у нас будет добыча железа. Все, и как раз эти два месторождения, они в зоне находятся. Тут такая чаща. Пойдет. Я в какую-то гору мертвую поднимаю. Что это за место? Я просто летаю в каких-то горах, я нифига не вижу, где я. Нашел какое-то красное яйцо. Вот прям какое-то... Ой, что там такое? Ух ты! Что это за фигня? Я истощающее жар яйцо нашел. Ты какого уровня? 36 уровня! Близ, Хаул Нокт какой-то. Ты кто вообще? 36. Вы кто тут? Ночью какие-то гады появляются, которые на склонах живут. Тут какой-то вулкан и какие-то хреноплеты 36 уровня ходят по лаве. Надеюсь, я не приземлюсь в лаву сейчас и не сдохну вместе с птичкой. 31. Давай этого завалить попытаемся. Ну, я сейчас попробую до тебя добежать. Я погорел, уже бегу. Я как турель работаю тупо сверху. И что вы мне сделаете? Мне пофигу. Ты там кого бьешь? Да какие-то красные ушлепки ходят. Ты хочешь, достанешь до меня? Че, достал он до тебя? Самонаводящийся. Где моя птичка? Они убили ее. Бля, как мне уйти отсюда теперь? Блять, я вниз спускаюсь. А все, я в мир. Офигеть, вообще ад какой-то. Тут, короче, все 27 уровня, какие-то драконы красные, какие-то лютые здесь единицы живут. Ну, давай попробуй поймать его. Сундук они охраняют. Охренеть, я понял, все, пошли в жопу. Да не сбили мне птичку мою! Серьезно? Все, нет птицы. Теперь пешком хожу, еще и горю. Все, мне не нравится здесь. О, Перин, смотри, Перин, давай 29 уровня Перина убьем. Ну почему я, блин? Кину в него кого-нибудь, на нафиг, Верин тебе. Бля, собачка моя! Собачка! Уворачивайся, если что. Так, главное не убить его. Ого, это было больно. А ты сдох? Так, я пока подготовлю яйцо к его отлову. А, у тебя оно 18 уровня. А мне жопа, все. Ты умер? Нет, мне еще не жопа, сейчас буду умирать. Все, можешь меня поднять? Иди ко мне! Бегу. Иди сюда. Давай, ничего не вижу, жопу вижу, темноту вижу. Поднимай меня, пока он не пришел сюда. Даня, подними, я пока горю, не сгорел. Даня. Да, подними, меня пока убьют. Не сгорел.
Меня убьют сейчас, Даня. Я потом тебя подниму. Она целится. Очко Ахера, это очко, она сверху доминирует. А нам жопа. Я горю. Иди в жопу. Я горю. Поймал ее? Нет. Блять. Хавай. Она не ловится. Ну поймайся, по-братски, а. Сколько у тебя желтых этих? 3 было сферы. Да, поймалась Ахера, прикинь. Поймал? Ебать. Офигеть, 3-й сферой последней. Ну-ка, покажи-ка ее. А нам очко. Да все, ну забей, мы погибнем. Почему? Да там Иван Вирм прилетел. Сейчас его чпокну, подожди, сейчас я пацанов позову. Все, готовься быть я! Съебу. Удачи, Дань. Понял. Еман, мы кого поймали. Все, домой погнали смотреть. А ты на нем кататься, кстати, можешь. И он вроде бы урона охеренным доносит. Нет, чтобы кататься, там не знаю, на каком уровне откроется седло для него. Он может разжигать костер 2 уровня и рубить деревья 1 уровня. Слабоват, но на атаку он вроде бы хорош. На атаку он нас чуть не убил нафиг. Все, погнали спать. О, привет, ты меня помнишь? Давай, постреляй огнем в мою огненную лошадь. Я тебе посмотрю, что он тебе скажет по этому поводу. Он горит весь. Он этого, слышишь, этот перин, который мы нашли, этого дракона просто вообще выносит нафиг. Дракон не вывозит против него. Перина не вывозит, решил меня пойти побить. С этим дождичком кислотным. Понял, быканул, сорян. Я быканул, зря быканул. Слышишь, перин, это трындец, он выносит вообще всех. Он устойчив к урону. Блять, адепты, идите нахер. Они вообще там трындец бесючие. Так, отзываем. Ловись, по-братски поймайся. Хоть бы поймался. Одна золотая сфера. Еще. Офигеть, Акер, сейчас тебе принесу, офигеть, кого покажу. А где этот жирный волк? Я большого буду ловить. Так я же про него и говорю, не трогай его. А, ты про него говоришь? Да. Я мелкого просто бил. Мелкого пофигу вообще. Вы сейчас убьют нафиг мои ботики. Все, я жирного волка забрал. Тебе помощь нужна? Красава. Погнали, Акер, офигеешь. Заходи, я пока тут внимание привлекаю. Заходи сразу, выкидывай бота своего. Поставил. Фига дракоша накидал ему уже. Либо дракон вообще гноит, посмотрел, на такие не может. Да, ага. Я это вижу. Что за самурай, блядь? Да он охреневший. Подними меня, он где убил он? Меня. Сейчас он дает, подними меня. Серьезно, блядь. Он с 2000 убивает. Сейчас либо я откисну, либо вперва. Нас тебе обоим уровень дадут. Думаешь? Конечно. Сосун делай. А вот он на меня нападает. Он на меня не нападает даже. Да вообще везде. Погоди, он мою дракошку убил. Ах ты сука. На тебе тогда. Подожди. Надеюсь, получится. Получилось поймать его! Да ладно. Жесть, мы его утащили. Тут миленький желтенький дракончик. В баштаном накидывай сразу, Миш. 12 урона. Да видишь, твой конь его щемит как. Твой олень. Олень нормальный вообще, Миха? А что за колонны? Так я и так занимаюсь этим. Еман, он подлетел. Он летать может или его твой олень запустил? Да он бесит. Я ему буду в брюхо стоять. По 12 так сойдет. Ёб! Мой щит минуснулся. А теперь он меня... Я видел, он тебя ногой забил. Я не уверен даже, что хочу его себе. С боссами обычно сложно, с этим легко. Легко. Ребят, него... мне хана, ребят. Нам зашел, что ли? У него холок вырос. Да. Нет, я какому-то мигранту зашел. Мигранту? Бычара еще на меня, козел какой-то бежит. Слушай, со всеми боссами бы так было легко. Я босса встретил, у меня, я ему наношу урон по 4, по 3, блядь. По 4, блядь. Сука. Нормально. Ой-ой-ой. 8. Чего, да он не поймается. Он током хуярит. Нафиг его выпустил! Ах, блядь, я понял. У него 2-8. Зачем ты его ловишь-то? Чтобы не поймать его. О! 30? Это много. Поймал? Рано и нахуй. Поймал! Я поймал его, да. Красава! Ты поймал? Да, да. Он желтого огромного поймал. И что он умеет, интересно? Все, что он умеет делать, это генерация энергии 3 и... Транспортировка 1. Лох. Это был Пал Ворлд. Не забывай про подписку на канал. Также пиши в комментариях, если хочешь продолжение. Спасибо за просмотр. До скорых встреч.